Если вам уже сегодня жарко в своей иркутской квартире, можете смело обводить на календаре дату 15 мая, ведь именно в этот день в столице региона будет полностью отключено отопление. Если, конечно, позволит погода. По закону перекрыть вентили коммунальщики могут в течение 5 дней при устоявшейся среднесуточной температуре свыше 8 градусов тепла. В южных районах региона этот показатель уже достигнут, на севере еще нет, однако в любом случае конец отопительного сезона уже не за горами.